От государства мы получили грант на приобретение высокотехнологического оборудования. Вот на данном случае перед вами стоим около станка, гидравлический листогиб 3120 фирмы Трум, германской фирмы. Благодаря этому же гранту мы приобрели также лазерный комплекс 1030 той же фирмы Трум. Это одни из законодателей мирового рынка в этом виде оборудования. Благодаря этому мы сейчас будем выпускать более, работать более производительно, выпускать более качественную продукцию, и за счет этого будем выходить на рынки СНГ с нашей продукцией. Мы в этом году запустили листогиб, вот перед вами он работает сейчас. И 4 февраля будем запускать лазерный комплекс, который стоит на новом нашем заводе, на котором побывавшие наши германские друзья были очень удивлены, что увидали европейского качества, уровня, так скажем, вновь построенный наш новый завод. В данном случае там будет стоять у нас лазерный комплекс 1030 Трумф и также китайский лазерный комплекс. Оно, естественно, дает рост производительности труда. Это самое главное, чего мы достигаем. Второе – качество изготовления изделий. Соответственно, это будет отражаться на конечном итоге выпуска новых изделий.